В Новой Ляле, городе с населением в 23 тысячи человек на Северном Урале, минувшей ночью произошла дорожная авария, обстоятельства которой до сих пор остаются неочевидными. 40-летний мужчина, строго по правилам шедший вдоль проезжей части улицы Свободы, погиб под колесами автомобиля Nissan Primera. Сбивший его водитель с места трагедии скрылся, но вскоре был найден. Сегодня, 29 мая 2014 года, по адресу город Новая Ляля, около дома номер 32 по улице Свобода, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомашины Nissan допустил наезд на пешехода, движущегося навстречу транспортному средству. В результате наезда мужчина-пешеход скончался на месте происшествия. Водитель автомашины Nissan, оставив свое транспортное средство, скрылся с места происшествия. Как рассказал товарищ погибшего, они с другом шли в шеренгу. Выживший по узкой обочине, а погибший рядом с ним по краю проезжей части. Около часа ночи, когда они поравнялись с домом номер 32 по улице Свободы, увидели впереди фары быстро приближавшегося по центру проезжей части автомобиля. Внезапно Nissan взял еще левее и буквально снес одного из встречных пешеходов. Сила удара была такова, что 40-летний мужчина скончался на месте. Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ обнаружили Nissan в 300 метрах брошенным у ближайшего перекрестка. Его повреждения вызвали массу вопросов. У Примеры были разбиты лобовое, а также два правых боковых стекла и помята задняя правая дверь. Если наезд состоялся правой стороной автомобиля, то нарушитель должен был сбить и второго пешехода. Возможно, пострадавший в последний момент перед ударом попытался отскочить влево и тогда оказался в правой части автомобиля. А может быть, повреждения боковых стекол и двери были получены Nissan'ом раньше, до этой аварии. Мужчина, которого гаишники разыскали ночью по регистрационным данным авто и который предположительно являлся водителем Nissan'а, от дачи показаний отказался. Как произошло? Откуда? Куда ехали? Если ты говоришь, что ты был справа... Я первой ступени, без комментариев. Все. Если автомобилем во время смертельной аварии управлял этот 39-летний мужчина, экспертам, думается, удастся это доказать. И тогда отвечать придется по самой строгой четвертой части 264 статьи УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека до 7 лет лишения свободы». Уважаемые водители! При движении по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, будьте предельно внимательны, особенно в темное время суток.